Слушайте, вот как все-таки женщины любят усложнять жизнь в себе и окружающим. Вот смотрю видео в ТикТоке, они это лицо свое, блин, насилуют, руками тянут, чтобы не было какой-то морщины, носогубки. И вот это что-то, какие-то косметологи бесконечные там сжигают себе лицо. Девочки, полезный лайфхак. У вас дома ходит мужик. Между ног у него потрясающий тренажер для лица. Делаете 3 раза в неделю, минет, и все, у вас четкий овал лица, мужик довольный, деньги сэкономлены на косметологах. Все, ну какие проблемы? А вы же себе придумываете каких-то, блядь, чего-то, лишь бы не сосать, знаете, честное слово. Только дай знать, где ты находишься, дай знать и все.